5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис. Добро пожаловать на мой канал. Наконец-то вышло очередное обновление. 6-й сезон. В общем, ждал я его, ждал. В общем, все его ждали. Но по онлайну ничего интересного не добавили. Добавили, как всегда, вот эту вот штуку донатную. Из интересного тут есть модель рикша. Не знаю, Майк, мне интересно. Мне было интересно лишь монеты, провиант... Еще тут интересного такого прям было для меня C4, но это ладно. Еще сички, провиант. Но это бесплатный, по сути. Где еще тут есть интересное что-то? Вот это рюкзачок, но он бесплатно достается на 25 уровне. Провиант еще. И, в общем-то, больше ничего интересного такого. Ну, кто еще не собрал АТВ, есть трансмиссия. Здесь есть модель Трайк. Выглядит прикольно, ну, потестим, если успею все это сделать. По заданиям, что у нас первая неделя? Заработать уровень репутации, дружелюбия, побывать в лагере, нанести 10 тысяч урона. Ага. Угу. И у нас есть репутация. В общем, надо найти этих челиков. И что у нас получается тут? Тут рюкзак такой какой-то странный. Это, судя по всему, из рыбацкой деревни, да, получается? Здесь из интересного, ну, щенок разве что, удочка спортивная, опять же. Здесь есть труселя, леопард. Нахера маска нужна, кстати, я не понял. Здесь вроде тоже ничего такого сверхъестественного. Ну, карбон есть, да, в принципе, нормально. Здесь две сишки, да и все. Нахера молоточек, нахера... А, я не понимаю этого. Ладно, давайте я подготовлюсь, возьму себе огнестрела и пойдем на ту локацию, посмотрим, что она себя представляет. Так, я подготовился, взял с собой броньку, огнестрел, аптечки, взял еще масло оружейное, потому что видел на картинках ВКонтакте, что можно ее давать в качестве оплаты, не оплаты, ну, чтобы повысить репутацию. Давайте посмотрим. Убежище. Ну, ну, давайте, ладно, поехали, посмотрим, что там интересного будет. Я так полагаю, что все ивенты будут происходить именно там. Больше же новых нет нигде, да? На болоте вроде ничего новенького нет. Так, нет, ничего новенького нет на болоте. Здесь тоже с этой стороны ничего нету. Ладно, пойдемте смотреть. А вот мы и прибыли. Открой ворота или пожалеешь. Ты тоже один из них. Не-не-не-не. Да в смысле? Так, тихо. Хотя, вот что-то этот кулаками бьет, этот копье, это копьем бьет. Нормально. А почему я могу залутать, но я их не могу залутать? Почему? Что-то происходит. Че, вы че, пацаны? Да подожди ты, я не привык оружие тут менять, уже забыл, как это делается. Лутать я их не могу. Да, ну ты один. Ты меня-то не задень, алё. Хера себе, он гасит их. Куда пошел стоять, скотина, убежал, ладно. Гасит ты массивный. Дару, братюня, дай миниган погонять. Ладно, в общем, открыли путь. Здесь у нас деревня Выжарка. Видал, как убегали? Спасибо, приятель. Слушай, может, еще с одним делом поможешь? Выберите награду. Здорово, мне помог. Добро пожаловать к нам в убежище. А, я могу... А нахрена мне вот эти штуки, ножовки? Ну, давай возьмем. Уровень репутации повышен. Репутация, то есть дубовые доски, алюминиевые слитки или газовые горелки. Хорошо, что я их не выкинул в свое время. За этот кейс можно получить большое количество репутации, менять его у жителя убежища. Допустим. Это что такое? Хатка чья-то. Выглядит прикольно, но вот этот спит, с этим поговорить нельзя. Катер раздолбанный. Здесь что? Здравствуйте, женщина. Это что у тебя? А. Так, тут
Кстати, тут можно рыбачить. Не зря я рыбку взял, удочку взял. Давайте посмотрим, что тут интересного есть. Нет, ходить не обязательно, давайте посмотрим. Как эту хрень вообще поймать и вообще реально ее поймать с обычной удочкой. Ну, наконец-то, вот, я поймал форельку. Скажу вам так, довольно сложно ее поймать, примерно как рыбачить на дубовых локациях. Ну, что-то между дубовыми и зимними. Не так трудно, но не так тяжело, скажем. Опять же, я рыбачу с обычной удочкой. Да, она убегает, убегает. Тихо. Но, по-моему, не так резво, как на зимних локациях. Да поймайся ты уже, я все равно тебя не упущу. Тихо. Тихо. Давай. Ты поймаешься. Ну, еще одна форелька. Новый рекорд. 0,88 кг. Интересно, сколько я их смогу поймать, в принципе? Я уж думал, тут бесконечно можно рыбачить, а нет, у меня сломалась удочка. В общем, поймал я две форели, одну обычную, одну-то среднюю, два карпа и три окуня, нет, шесть окуней, сорян. Так, и еще я очень сильно хочу пить. Так, давайте смотреть, куда нам дальше идти. И что тут можно еще сделать такого? Тут кола, ух ты. Это что-то с оружием связано, я вижу тут... Кольт, калаш, скар и эмочку. Больше вроде не вижу ничего. Тут коктейли Молотова, кстати, по-моему, вот это, да? Так, а вот и спуск в подвал, да? Ну-ка, подожди-ка, можно с тобой побазарить? Нет, с тобой базарить нельзя. Сюда можно зайти? Да, но тут ничего нету. Давайте зайдем, посмотрим. В смысле? В смысле закрыто? А что делать-то надо? Какие-то это ловушки для кого-то были построены. А подождите, а что мне надо делать тогда, чтобы туда попасть? Выловить всю рыбу у них тут, нет? На то я не понимаю. Я вернулся. В общем, сходил на базу и взял с собой алюминиевые слитки. Это как повышает... Чего? То есть можно два давать максимум? Это что, прикол такой? Просто я думал, дам ему все эти вот эти штуки, 50 штук, и мне сразу репутация повысится. Это получается по одному надо каждого, что ли? Два. Бляха, муха. Ну это же пипец какой-то. И что я получу в итоге-то? Нам не хватает людей и снаряжения, не откроется, ты поможешь ценить времена тяжелые для всех. Да я понимаю, но мне не вопрос, но таскать тебе это все какой-то смысл. Может сюда можно зайти? Я что-то не понимаю. В чем прикол? Как, почему там закрыто и как мне туда попасть? Я реально этого не понимаю. Может, нельзя пока что или что? В чем прикол? Тут сам растительного лохма, мне показалось, собака сидела. Меня уже штырит конкретно. Так, с ним побазарить нельзя. Здесь ничего делать нельзя. Прикол-то в чем, если там закрыто? Как я туда попаду? Рыбу, окей, я порыбачил. А что дальше? Откройся. Это с этим поговорить нельзя никак. То есть единственное, что отдать ему все, что он просит, и надеяться на то, что он меня куда-то пустит. Но что-то у меня сомнение. Ты можешь сам уже зайти, я что-то не посмотрел. Нет, сюда я заходил. Куда можно прийти? Объясните мне, куда можно пойти? Пойти нахер, да? Ладно, давайте попробуем все-таки туда еще раз... вернуться и пойти принести ему все эти необходимые детали, которые он просит. Ну все, я ему все отдал. Надо было 8 болтов, 12 досок, получается, 2 дубовые доски, 4 железных слитка, ножовки, не помню, сколько надо было, 2 или 3, что ли. Здесь надо было 3 кусачки и 4 газовые горелки. Ну, я все отдал, и толк от этого. То есть... Ну, типа, окей, допустим, а в чем прикол-то? Ну, допустим, он мне даст эти задания. Убить 10 рейдеров в развалинах городка при помощи мясницкого ножа. А, понятно. То есть надо каждый день сюда прибегать и защищать их, что ли? Но так и мне не открылась эта локация, то есть канализацию я сгонять не могу. Я либо что-то не так делаю, что-то не понимаю, может, как закрыто. Это тупо закрыто. Х,
хз, что с этим делать. Тут я уже был. Я везде уже был. Тут некуда мне больше идти. Рыбачить, ну хорошо, я порыбачил. А с этими говорить нельзя. Пустышки просто. С этим тоже. Этот на вышке обчистить, до него не докричаться. В чем прикол? В чем? Ценность чемодана, допустим. Ну а и что толку-то мне от этого? С этим тоже говорить нельзя. Может, я... Нет, я убить тоже нельзя. Ну, давайте тогда сходим, съездим, вернее, на локацию какую-нибудь, посмотрим. Может, я что-то упускаю, посмотрим на других локациях, что, как дела идут. На заправке змеи нет, меня по-прежнему никуда туда не пускают, здесь ничего нету. Здесь можно... Ха-ха, помните это, да? Помните? Здесь что-то есть? Нету ничего. Рюкзак этот... интересно. Вернее, нифига не интересно. То есть надо снова играть в эту херню, да, и зарабатывать. Ох ты ж, ёпрасоте. Понятно, байки, как обычно. У тебя что-то поменялось? Нет, у тебя ничего не поменялось. Здесь тоже ничего интересного нет. Ну, кроме байка, тут никаких изменений нету. С этими братюнями могу поговорить? Тут что-то есть? Нет, тут все закрыто. Ладно, поехали на следующую локацию смотреть, что будет там. В красной локации пока что нашел одну горелку вот в этих сундуках. Да, и больше ничего. Как вы помните, у меня была одна горелка, сейчас две. Она здесь валялась, я нашел. А больше ящиков я тут не вижу. Залутал 4, пятого найти не могу. Не знаю, будет он вообще тут, нет? Где-нибудь... А поищу, еще побегаю. Последний ящик. Покажи мне что-то интересное. Нет, ничего интересного в нем нет. Ладно, идем посмотрим еще какие-то локации. Я хз, если честно, где что искать тут? Либо это надо репутацию с ним повысить, с этим чуваком, который находится на этой новой локации. Либо у меня что-то пролагало, не так пошло. А куда еще я могу сходить? Ну куда? Тут больше нет новых локаций. Тупо лутать ходить? Ну, неохота как-то. Что еще можно пойти? Давайте вернемся просто ради интереса, посмотрим, может, что-то изменилось. В общем, ребят, спустя какое-то время я увидел, что тут, помимо покупки вот этого сезонного доната, как вы все любите, есть еще вот эта хрень. Я не знаю, зачем он этот тупо интерьер, чтобы был поинтересен. Ну, не знаю, мне не особо-то он нравится, какая-то хрень. И здесь есть еще вот этот чемоданчик. Я купил 3 штуки и отдал этому чуваку. И он мне говорит, бандиты никак не угомонятся, но мы нашли их перевалочный пункт. Если сумеешь пробраться туда и как следует припугнуть на время, это их остановит. Но, то есть, чтобы выполнять задание, либо надо ждать, либо надо донатить, и вот вам все будет. В общем, не нравится мне эта херня. Я тупо для ролика, чтобы он не был скучным, купил эти чемоданы. Мне просто было интересно понять, что это, зачем это, и в чем прикол обновления, собственно. А вот, собственно, и события. Раньше здесь жили люди. Что теперь осталось от этого места? Ну, давайте посмотрим. Развалины городка. Ну, поехали смотреть. Оружие взял, в принципе. Было бы глупо не потратиться и не посмотреть, в чем прикол этого всего вообще. Ой, бляха-муха, как же у меня начинает гореть. Обнова сидит тупо на донате. Так, ну, что тут у нас новенького? Тут рейдеры, это городишко рейдеров, да? Ну, давайте скрытность тогда. Здорово, братан. Что, будем тебя убивать, нет? Так, что ты мне дашь? Да. Все оружие, всю экипировку, которую я на нем видел, она буквально испарилась. Вот смотрите, у него есть мачете, полный сет брони вот этой. Я его сейчас убью, и у него ничего не... Вообще ничего не выпало. Тупо ничего. Классно, мне нравится. Ладно, что тут интересного? Сломанный динамик. Можно менять в убежище на репутацию. Но это так, понятно, нельзя, да? Хорошо, идем дальше. С
У меня что-то осталось. Часть брони осталась. Ничего себе. Здесь ничего нету. Идем дальше. Я там ящик вижу. Тихо. Ну, в принципе, можно пройти просто по стелсу. Никто ни на кого не агрится. Это даже на свалку не похоже. Тут рейдеры вообще на внимание тебя не обращают. Тупо, когда их собрать, их валишь. Конфеты можно менять, опять же, в убежище. Я понял тебя. Идем дальше. Кто тут еще был? Тут никого нету. В смысле? Вы откуда взялись? Хера себе сюрпризик. Ну, в принципе, ползуны, они изичные. Два удара, да умерли. 2-3 удара. Здесь все, что ли? Выползли все. Ладно. Тут рейдеры уже. Но здесь как бы без огнестрела не обойтись, да? Давайте посмотрим. Чё? Тихо. Йоу. Что ты делаешь? Блин, я не привык к этим кнопкам. Ну, вернее, не то, что не привык, я отвык от этих кнопок. Так, из оружия что из вас выпало? А ни хера из вас не выпало. То есть вы меня, получается, били голыми руками. Я понял. Красиво, нравится мне эта херня. Господи, как мне это все нравится. Что дали? Ну... А, он на меня сагрился, но я в подол уже спустился, да? Хорошо. Вот, собственно, мы в подвале. Что там? Что там за движуха? Два рейдера. Пацаны? Вы недружелюбные. Тут ползун выползет, нет? Вроде бы нет. Так, ты у нас один... Ну, еще с глоком, дурачина. Че ты на меня своим глоком лезешь? У меня мачете. Можно дверь откроем? Ну, пожалуйста. Так, нормально. Что у нас тут? Это книжка какая-то интересная. Свеча. Блин, это напоминает мне Хэллоуин год назад, который был. Или это? Не, ну год назад, да. Эти свечи, конфеты. Так, вас тут двое. Ну ты в меня не попадешь подавно. Давай, стреляй. Молодец. У тебя, как обычно, ничего. У тебя тоже. Понятно. Так, а тут уже их побольше стало. Тихо. То щипит. Ах ты. Ты что, босс, что ли? Ой, тихо. Ну, стреляй. Типа, да. Все, пока. И логично, у тебя тоже не выпадет нифига. Вообще ничего, из чего-то мне непонятно. С чего мне херачил? Тут никто не выползет. Окей. Я не знаю, вы хоть не поймите меня неправильно, но я пока не вижу смысла вообще сюда ходить. Вот что я добыл с этого всего? Кого я освободил? Это ты, Саманта? Ты не Саманта. Да ладно. На тебе конфеты. А, нет, это можно забрать у тебя. Так, ну, судя... Узнай, что случилось с Самантой, развалина коротка. Она мне срочно нужна, сможешь привезти ее. Вы должны были встретиться, но... Дверь заклинила. Там кто-то долбится оттуда, или она так клинит? Так, ладно, ты сваливаешь отсюда, я потом тоже свалю. Но я хочу сначала до лутации посмотреть, в чем прикол этого обновления. Еще ниже можно? Ну, пошли. А вот мы, собственно, и в канализации, которую нам так яро показывали на скринах. Тут, по идее, должен быть босс. Болотный зомби. Ну, и, в принципе-то, я так могу тебя завалить. Ты же болотник. А тут что? Болотный толстяк. Кто тут еще? Болотный зомби, толстяк. Ну, это изично. Они урона никакого не наносят. Болотные толстяки, так вообще их легко убивать. Но он тут прыгать не будет, да? Прыгать мы тут не собираемся, да? Глаз. Веревка. Нахера мне веревка? Ошейник. Так, ну-ка, калашик, вернись-ка сюда. Я тебя так буду спокойнее чувствовать. Что у нас тут?
Ага. Ничего такого. Не дай бог, там эту херню надо только топором разрушать. Не дай бог. Я не хочу оттуда, отсюда уходить. Что это такое? Она вообще никак не открывается. Вообще ничего не появляется. Хотя нарисована как будто дверь. Ладно. Вы кто? Болотный и плевун. Токсичный зомби. Окей. Что у вас? Глаз? Нет, бери-ка все. И еще. Так вот, видишь, сигареты убивают, курение убивает. Я что-то не понимаю. Либо я что-то забыл сделать, либо... Что происходит вообще? Сюда пройти нельзя. Ладно, давайте вернусь наверх. Мне кажется, я там пару комнат не залутал. Может, они какие-то ключевые, что ли. Но я везде пробежался и вот нашел кровать. Можно наполнить кровью. Нафига она мне нужна? Непонятно. Тут единственное, что я не лутал, это вот эта кровать. Я думал, тут комнаты еще были, но нифига подобного. И по логике мне только наверх идти. Больше некуда. В подземелье я не могу пойти дальше. Там закрыто все. Единственное, идти наверх. Если что, вот эту хрень нельзя использовать. Я когда поднимался, увидел, что тут был компьютер, но к нему никак не подойти, не подобраться. То есть от него смысла мало. Так, наверху. Что нас ждет наверху? Без рецепта это... Чего? Бесполезно. Так, мне надо к Саманте. Где это? Кто это Саманта вообще? А, вот, собственно, я и открыл эту дверь. Саманта, где-то тут была женщина. Надеюсь, это Саманта была. Вот ты, да? Нет, ты не Саманта. Твою же ж мать. Но ты явно не Саманта. У тебя борода растет. А, ну тебя могу за награду забрать. Давайте болты пока... Стоп. Давайте пока болты удалю. Я хочу посмотреть, что дальше будет. Задание выполнено, новый уровень репутации. Ой, ёпрст. Карта операции рядов. Можно менять в убежище на репутацию с охранником. Талоны. Бензин. Что-то мне это Форт Мост напоминает. Где эта Саманта? Кто она такая? Где ее найти? Я думал, это она будет. Нет, нифига подобного. Где ее таскать? Я, может, не прочитал опять что-то там. Ну, подожди. Может, ты мне объяснишь, где она? Да, что такое? Тут шестеренка горит. Сможешь привести? Вы должны были встретиться по дороге. То есть, получается, по его словам, я ее должен встретить, когда выйду на глобальную карту, что ли? Братюнь, ты не Саманта. Поэтому отвали от меня. Ничего у тебя нету. Так, где шкафчик? Где ее искать-то? Может, она ее где-то пленили тут, нет? Может, тут? Ой, извиняйте. Саманта? В смысле? Чё? Ты, стой! А мне так надо убивать вообще? Или как? Ой, мне кажется, я зря это, конечно, сделал. Но у меня другого выбора, типа, не было. А что мне оставалось? Ой, ладно, пойдем на ту другую локацию смотреть. Это беготня меня надоело, это скучно, это нифига не весело. Тут, кстати, можно, по сути, бесплатно, ну, бесплатно, не тратя энергию, имеется в виду, с одной локации переходить на другую. Они соединены, вот этот маленький городок с той деревней рыбаков. Вот сюда, типа, спускаешься и потом оттуда поднимаешься наверх. Это, скажем так, удобно, но долго. В канализации все по-прежнему так же, как и было. Никаких изменений. Ребят, как только вы убьете Саманту, превращенную в зомби, возвращайтесь к этому докторишке и заберите свою награду, которую вы хотите. Но я заберу конфеты, потому что, судя по всему, их надо отдавать потом. Уровень репутации. Ой, блядь. А, что тебе надо? Клей, транзисторы. Нет, это опять все надо искать, да? Где это искать? Саманта, помоги мне, встань вон туда и закрой глаза. Нет, стоп, ты не зомби, не работай. Сначала принеси мне нужные реагенты. А, ну,
Мне неохота их таскать. А это что, без рецепта бесполезно? У меня нет рецепта. Пойду в канализацию еще расскажу, может, там что изменилось. Вот, в канализации появилась лужа крови. И нужна пробирка, которую я благополучно отнес на базу. Здесь все по-прежнему закрыто, здесь ничего интересного нету. То есть лужи тут до этого не было. Вот здесь еще одна лужа появилась, тут только здесь красная кровь. Ну, в общем, надо искать пробирки, потом собирать эту кровь, потом относить это кому-то еще. Господи, ну обновление, ну просто говоря, конкретно скучное. Ни хера нового нету, вообще ничего интересного. Ну, как по мне, это мое личное мнение, опять же. Если вы... Как вы считаете, напишите в комментарии, если вы считаете иначе. Или поддержите лайком, если считаете, что я где-то прав. Тут дверь заклинила. Ну, пошли наверх. В общем, ребят, ничего нового я не нашел тут. Тут надо ходить и фармить или ждать. И потом опять фармить, искать записки всякие, эти образцы крови, эти пробирки, вот это все. И мне, если честно, это ну, делать не особо хочется. А к тому же сейчас на ролике это бессмысленно их искать. Я не найду их в достаточном количестве, мне кажется. Я даже не знаю, где начинать. Откуда, вернее. В общем, на этом обновлении закончу свой ролик. Пишите, как вам это обновление, если оно вам понравилось, не понравилось. Обязательно оставляйте комментарии и ваши лайки, если это обновление вам, если этот ролик, вернее, вам понравился. А на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.